Ну что, друзья, вот мы прибыли в город Гданьск. Здесь мы будем 2 дня и 1 ночь. И постараемся по возможности и по максимуму рассказать, что здесь посмотреть, где погулять, что поесть. Ну и вообще, что здесь интересного и стоит ли здесь побывать. Смотрите, должно быть интересно. Заселились в номер. Вот такой вот номер, посмотрите. 2 кровати, 1 большая, другая не очень. Лампочки и кондиционер, что самое главное. Окна. Хостел. Зачем, непонятно. Ну, в принципе, так. Жить можно. Тем более на 1 ночь еще переночевать. Стоил он где-то порядка 2 с копейками. Ну, так что нормально. Пойдет. Вот мы снова пробуем традиционную кухню. Да. На этой столовке. Для этого был хестбургер. У меня эти цепелины, как бы. Для меня все по классике. Ну и мы обошлись. Свинюшка, вот картошка. 28.10. Свинюшка, картошка. Вот свинюшка, вот картошка. Салат с хреном. Салат с хреном. Всем привет. Да. Снова мы. И мы снова в Гданьске. Точнее, я снова в Гданьске. А он нет, он первый раз. Я снова за сегодня в Гданьске. Поэтому он странный турист, который ничего здесь не знает. А я хотя бы знаю. Кабаки и все остальное. Да, ни хрена не помню. Да, ни хрена не помню. Классика жанра. В принципе, вот такой вот Гданьск. А мы на высоте 82 метра над уровнем Гданьска. Вот красоты города Гданьске. Очередной концерт. Снова на концерте в Гданьске. Димон, иди. Он мне танцевать предлагает, он только не собирает. Я каждый вечер какой-то забывает, серьезно говорю. Я, мне кажется, алкаш местный. За бутылочку. Да. Местный выпивуха. Скоро мы так же будем. Надеюсь, нет. Снова национальная еда. Традиционно польская. Да, Дима выбрал спайси соус. Огонь. А у меня микс. Чуваки, реально, увесистая херня. И очень вкусная. И вкусно, да. 12 вот. Дима выбрал спайси. И он молодец. Ну скажи пару слов о кебабе об этом. Кебаб был охренительный. Чересчур острый. Не борщите со спайсом. Со всей, как спайсовый соус. С острыми соусами, короче, не борщите. Я чуть не расплавился. Но очень вкусно. Это снова мы. И мы уже не в Гданьске. Да. Гданьск уже позади. Взяли велики, едем в Эстернплац. Покажем, как там вам теперь. Вот, мы на побережье моря доехали на велосипедах. Вот на этих красавцах. Это белая хрень, это не пена, да? Лебеди. Это лебеди толпой. Пляж местный. Пляжные лебеди. Ну что, доехали до Эстернплац. Тут вот обелиск воинам. Павшим. Павшим. Так все выглядит. Ну что, стоит сюда приехать, приезжайте, не пожалеете. Парк красиво погулять можно. Там пляж, море, свежо, хорошо. Вот мы решили на пароме прокатиться с велосипедами.
чтобы ехать обратным маршрутом. Проезд с великом. Сними укрепление, куда бы не попали. 2 злота. Вот, проехать через речку стоит 2 злота с велосипедом. Да, вот в эти укрепления мы не попали, потому что что-то там какие-то происходит, ремонтируют. Вот. Мы не попали, да, мы сюда ехали. А там закрыто было? А, там закрыто. Так, ну вот речка. Портовая фигня. А вот уже и все. Приплываем. Вот мы возвращаемся. Уже по другому берегу. Так что круто. Ездите на велосипедах. Вот здесь, собственно, мы и брали велосипеды. В этом показанном процессе. Да, русскоязычный персонал. Все поможет, все расскажет. Да, что-то сколько? За 3 часа мы отдали за 2 велосипеда 40 злотых. Да. Так что мы советуем. Что у нас сегодня второй этап пробования дегустации местной еды? Ну как, журок? Окрошка. Журок — это окрошка? Или ты не окрошку брал? Окрошка. У меня тоже журок, потом какой-то плачик по-цыгански. Да, кстати, тушеное мясо, походу, и говорят, и ну, что-то тут все такие проходили. За все за это я отдал 19,5 злотых. И компот. 23. А он 23, но он набрался, и он. И булочку. Суп называется журок, это нихера не окрошка. Ну что, друзья, вот мы покидаем Гданьск. Что хочется сказать? Гданьск — очень крутой город. С красивой архитектурой, с красивым центром. Так что вот, всем советую. Также из Гданьска можно скататься в Сопот, там посмотреть, хороший есть деревянный помост в море. Но это я был в прошлой поездке, поэтому в этой поездке мы туда не ездили. Можно в Оливу съездить, тоже там хорошо и красиво. Можно, как мы, взять велосипед и прокатиться до Вестернплата. Либо на машине до Вестернплата. Ну, в принципе, сами решаете. Там море, там песочек, там хорошо. Гданьск. Итак, все было круто.